Когда мы отправляем письмо, то, конечно, надеемся, что адресат его обязательно получит и прочтет. И вот ты пишешь, но однажды вдруг замечаешь, до людей твои слова просто не доходят. Они, видимо, теряются где-то по пути. А если уж что-то и дойдет до нужного нам человека, то, вероятно, у тебя настолько неразборчивый почерк, что человек исказит каждое написанное тобой слово. Это стена непонимания между людьми. И чем старше становишься, тем сложнее докричаться до кого бы то ни было. Твои попытки все безнадежнее. Они просто застревают в этой стене. И тем самым она становится словно непробиваемой. Я кричу, но почему-то тишина.